лагунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след мировой истории. Весной 452 года 14 туменов, 140 тысяч воинов под предводительством верховного хана гуннов Атилы из гуннского племени киргизов вторглись в Италию. Их путь пролегал из Панонийской пушты, пушта по-гунски «свободная земля», сравни русская «пустошь», по широкой долине между побережьем Адриатического моря и южными отрогами Юлийских Альп. Первый румийский город Кастел, который повстречался на их пути, была Аквилея, хорошо укрепленная каменными стенами крепость с 70 тысячами жителей, входившая в первую пятерку городов Западно-Римской империи. В средние века этот город пришел в запустение, и сегодня имеются только его каменные останки, несколько западнее современного города Триеста на северо-восточном берегу Адриатического моря. Гунны предложили жителям добровольно сдаться. При такой сдаче они ограничивались данью в продовольственных и промышленных товарах, зерно, вино, материи, кожа, железо, металлические изделия, и не трогали жителей и не продавали их в рабство, а также никоим образом не разрушали город. Но жители Аквилеи, в котором на постой находилось 3 легиона солдат, 18 тысяч воинов, сказали «нет». Гунны приступили к осаде. Гуннские войска, в которых также были германские и славянские технические тумены со стенобитными машинами, анаграми, баллистами и катапультами, приступили к осаде. Целый месяц они не могли взять приступом этот город Кастел. Разбитая стена за ночь приводилась осажденными в прежнее неприступное положение. Румийцы отбивались со стен копьями, дротиками, стрелами и огненными бочками и мешками, которыми доставляли урон осаждающим гуннским туменам. В один из дней к этому осажденному Кастелу прискакал сам хан Атила со своей свитой. Выслушав доклады осаждающих гуннских командиров, он внимательно всматривался на высокие каменные стены Аквилеи в свете заходящего солнца. Дело было около 7 часов вечера. Там над стенами взлетали белые аисты, гнездящиеся в широких расселинах поверхности стен. Многие из них имели на своих спинах своих маленьких детенышей-птенцов. Аисты явно находились в глубокой тревоге. Они часто и громко вскрикивали. Атила приказал построить 2 штурмовых тумена напротив 2 пролетов стены, с которых улетали аисты со своими птенцами. Предвидение Атилы сбылось. Через полчаса раздался оглушительный подземный гул. Началось землетрясение, и стены города упали вовнутрь, заживо похоронив многих своих защитников. Гунны ворвались внутрь Кастелла Аквилея и быстро покорили его. Так гласит одна из легенд, связанная с личностью гуннского хана Атилы. Другая легенда связывает его имя с возникновением города Венеция. Гуннские тумены двигались далее от Аквилеи на юг, в низинную Италию. Все италийские жители из различных поселков и деревень поспешно убегали от гуннов. На свои румийские легионы они уже никак не надеялись, поскольку те сами первые суматошно отступали вглубь страны. Множество италийских поселян укрылись на островах внутри труднопроходимого огромного болота под названием Венедикские, Венецийские или Венецианские болота. Гунны не могли добраться до этих островов на своих лошадях, а лодок для плавания в болотных протоках у них не было. Когда через полгода гунны после победоносного похода возвращались назад в пушту и проходили мимо этих венецианских болот, Аттила вспомнил о беглецах, укрывшихся на болотных островах. Кое-кто из горячих голов в свете Аттилы предложил собрать в окрестностях лодки и захватить всех этих беглецов с целью обращения их в рабство. На что Аттила возразил: «Мы, де, полгода находились в походе, они же нам никоим образом не досаждали, не проявляли никаких враждебных действий, а потому пусть себе мирно проживает на понравившихся им венецианских болотных островах». И с этих пор, с 452 года, имеет свое историческое начало современный красивый город Венеция. Последующая легенда связана также с североитальянским городом под названием Верона, который согласился на добровольную сдачу ввиду того, что расположенные рядом с городом румийские или военные легионы, испытывая огромный страх перед гуннами, в спешном порядке отступили на юг Италии, к столице Руму, Риму, бросив город на произвол судьбы. Хан Атила въехал со своими воинами в покорившуюся Верону. В
центре города возвышался христианский храм. Массивное здание из гранита, камня, мрамора и кирпичей. Аттила спешился и вошел внутрь. Несмотря на наличие трех глухих стен, облицованных черным мрамором, просторное помещение было светло. Как и во всех подобных христианских храмах, в которых некогда удалось побывать гуннскому хану, на почетной стороне напротив от входа находилась величественная статуя распятого бога-человека Иссы. За ним, также на почетной стене, имелись барельефы апостолов, учеников бога-сына Иссы, число коих было 12. Варфоломей, Яков-младший, Андрей, Иуда, Петр, Иоанн, Фома, Яков-старший, Филипп, Матвей, Фадей и Симон. Слова, сказанные в присутствии своей свиты, старшин города и монахов этого храма, донесены летописцами до наших дней. «Румис Орест», — сказал Аттила, обращаясь к своему Эльтменбаши, начальнику военного штаба, — «давай восстановим справедливость. Ты вызови завтра умелого мастера-художника, пусть он уберет со стены лик этого изменника Иуды, недостойного того, чтобы находиться рядом со статуей преданного им учителя Иссы». И немного помедлив, великий хаган гуннов, верховный главнокомандующий всеми гуннскими союзными туменами, хан Аттила добавил хриплым голосом: «А вместо него пусть изобразит мое лицо, поскольку я никогда никого не предавал». Правда, история распорядилась так, что изготовленный из самого оригинала, то есть самого реального человека Аттилы, барельеф в Вероне не сохранился. Но зато удачно сохранился барельеф реального Аттилы в главном здании другого североитальянского города Тициниума, сегодня город Павия, граждане которого создали его знак благодарности за то, что великий гунн Киргиз Аттила согласился на условия капитуляции горожан и пощадил город.